Наша знімальна група завітала до московського ФОКу, бо спортсмени, що тут тренуються, а це й боксери, і дзюдоїсти, нарешті повернулися до звичного ритму життя, у тому числі і змагань. Так, зокрема, вихованці відділення боксу відвідали чемпіонати області, де показали високі результати. Зараз вже пройшли у нас чемпіонати області, які були відборочні до чемпіонату України. Перша область у нас була в місті Броварах з 18 по 20 число серед юніорів. Четверо боксерів у нас участвовало. Кудрин Ефрем перше місце зайняв, Сирбу Родіон перше, Щукін Денис третє і Цибренко Іван третє. Победители будут принимать участие в чемпионате Украины, который пройдет в конце месяца марта в городе Кривой Рог. С 25 по 27 февраля в городе Васильков проходил чемпионат области Киевской среди юношей, которая тоже была отборочная, только на региональный чемпионат Украины. У юношей будет еще регион, это 4 области, и там надо выйти в финал. Кто сейчас... Вышел финал на чемпионате Киевской области, едут потом на регион. На регионе надо тоже выйти в финал, чтобы поехать дальше на чемпионат Украины. Какие у нас результаты в Василькове? У нас 7 боксеров принимало участие. Содель Данил чемпионом стал. Рыбченко Данил тоже чемпионом. Троценко Олег второе место. Ткаченко Данил второе место. Единский Егор третье место. Враження від змагань у боксерів різні. Бо ж за результатами комусь вдалося вийти абсолютним переможцем, а комусь пощастило менше і суперник виявився дещо сильнішим. Та загалом є чим пишатись. На моїй області було 2 бої, я виграв їх явним преимуществом і я доволен результатом своїм. Я провел 3 боя, все противники были достаточно подготовленными. В финале я боксировал с Броварским, он был хорошо подготовленный, мне с ним было тяжело боксировать, но я выиграл. Проводились у нас тренировки очень сильно хорошо, готовились к области. Результатом, в принципе, все довольны. У нас есть 2 победителя. Всего я провел 2 боя, в которых одержал победу. И теперь поедем на Украину, получается, в Кривой Рог. На черзі ретельна підготовка до наступного етапу змагань, бо чемпіонат області фактично був відбірковим туром та попередньою підготовкою спортсменів до чемпіонату України. Так як ми виграли чемпіонат області і зайняли перші місця, будемо тренуватися на чемпіонат України, який буде проведений в Кривому Рогу. Предстоїть підготовка, виходить, з усиленими тренуваннями, і будемо соблюдати режим і питання. Що ж стосується відділення дзюдо, то їх спортсмени спробували свої сили на чемпіонаті Чернігівської області. Про результати запитали у тренерів відділення. Так, ми їздили 26 числа в Чернігів на відкритий чемпіонат Чернігівської області по дзюдо. Серед 2004-2006 років і 2007-2009, наскільки я пам'ятаю. 2008. 2008. Вот. Хорошо, що Юлія справляє, так от ми і працюємо завжди.
Вот. Выступили достаточно достойно, по старшему возрасту выступили не очень удачно, к сожалению. Сыграли несколько факторов на это. Вот. Не заработали по старшим, не получили ни одной медали, к сожалению. Ездили 3 человека по старшим. Один из них Миша Чаплыгин, хочется его отметить, потому что человек пришел к нам полгода назад в возрасте 16 лет. То есть он только-только начал свой спортивный путь. И за полгода научился делать несколько бросков, чуть-чуть бороться. И на этом чемпионате области он уже получил свою первую победу, выиграл одну схватку. Это уже для него очень большой результат. Все остальные Грищенко Илья проиграл, хотя обе встречи бросил соперника на полпобеды, но, к сожалению, в итоге проиграл удушающим приемом. И в одной, и во второй встрече будем над этим работать, исправим обязательно эту ошибку. Ну и плюс недовесок у нас такой, 5 килограмм разницы с весовой категорией, поэтому ну тяжеловато было ребятам немножко. Среди юношей и девушек до 15 лет, это 2007-2008 года рождения, у нас выступало 4 спортсмена, и все заняли призовые места. Третье место занял Жураковский Вова. И в этой же весовой категории у нас первое место занял Тимошенко Семен. То есть мы в одной весовой категории взяли золото и бронзу. Также в весовой категории до 60 килограмм Карцев Максим стал третий. Очень хорошо боролся, много схваточек отборолся, очень им довольный. И второе место только в финале проиграл Максим Гринь. Так что тоже за серебро привез в Славутич. В итоге из 7 участников данного чемпионата 4 возвращаются с медалями. Думаю, что для Славутича это неплохой результат. Но могу сказать с уверенностью, что последующие чемпионаты принесут нам намного больше медалей. Готовимся к соревнованиям по самым маленьким спортсменам. Это 2014-2015 года рождения, то есть деткам там 4-5 лет. И 12-13 года рождения. Вот. Для 14-15 это вообще самые первые соревнования. Будем пробовать вообще, чтобы они поняли, что такое борьба. Вот. 12-13 уже чуть-чуть боролись, уже немножко в теме, тоже надо нарабатывать, потому что карантин, конечно, нам перепортил весь год, и практики соревновательно не было, поэтому приезжают к нам в гости спортсмены из других городов, и будет такой хороший, серьезный турнирчик для этих малышей. Отож, наразі спортсмени проводять аналіз помилок та працюють над технікою, а також готуються до наступних змагань. А ми, в свою чергу, вітаємо переможців та зичимо їм ще не раз відчути солодкий присмак перемоги.